Всем привет! Собралась пойти на почту, потому что вчера вот тут вот на двери висела вот такая вот штука. Видно, что-то собирались доставить, а меня не было дома. Сейчас написали, чтобы явились туда после часа на следующий день. Пойду посмотрю, что мне там прислали. У нас тут везде есть такие пожарные штуковины. Спускаюсь по лестнице. Thank you. Вот так вот забрала я посылочку свою. Это то, что я заказывала в Walmart'е по интернету. Потом приду, распакую, покажу, что там. Так, вот эта посылочка, которая должна была быть у меня под дверью. Но Walmart что-то решил. Буду распаковывать. Чтобы я чапала на почту. Так. И что же тут у нас? Вот такой вот коллаген. Вот он. Надеюсь, он запечатанный. И сроки какие. Хорошие сроки до 2021 года. Так, легко так открывается. Запечатан. Так, коллаген — это у нас заказ, мы будем отправлять. Это не себе. Значит, еще вот одна баночка коллагена. Так, тоже должна быть запечатана, не вскрыто, потому что бывают такие фокусы. Так, ну, не с Walmart'ом еще не было такого, но надо проверять. И что тут еще? Еще что-то в таком пакетике прям. Надо посмотреть. Ой, так жалко. Это что же на отправку? Ну, что ж там такое? Буду потом обратно запечатывать. Так прям хорошо прилипло. Открывайся. Безобразие такое. Так. Еще. Такой пакетичек. Не хухры. А, пахнет. Пахнет чайным деревом. Значит, вот такая вот штуковина. Вот это в Walmart'е не было. Именно French Vanilla. Вот такой вот. Этот самый. Это что? Экстракт. Это для готовки. Экстракт. Так, его сюда. И тут у нас вот в таком вот пакетике масло чайного дерева. Не буду распаковывать, потому что это не себе. Только что-то мне кажется, что тут ходит эта самая крышечка туда-сюда. Из-за этого такой запах. Или нет? Вот так вот. Потом тут еще есть, то был коллаген в порошке, а этот в таблетках. Тут дата чуть похуже, до 2020 года. Так, и вот тут почему-то коробка
типа можно взять и открыть. Я открою для того, чтобы посмотреть, что с этой крышкой. С крышкой все нормально. Крышка запечатана до 2020 года. Вот так вот. Вроде бы как это производство Канада. Канадская. Сейчас так быстро не могу найти. Вот такие вот таблетки. Вот такая вот штуковина. Посмотрим, чего это тут такое. Такой кулек. Пакетище. Пакетище. Вот такое вот. Body wash. С каким-то маслом. Так. Тут оно раскрыто. Пахнет очень приятно. Такой вот шампунь для тела. Вот и все. Больше ничего нету. Так долго я стояла за этой посылкой в очереди, так медленно обслуживаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!